Девчонки, всем привет! Это не самое позитивное видео и не то, что я хотела бы сообщить, но вы видите, что YouTube все-таки блокируется. Замедляется скорость воспроизведения, не читаются обложки, в общем, возникают некоторые трудности. Я надеюсь, что YouTube будет работать все-таки с VPN, но для тех, кто не любит вот этих заморочек с дополнительным шагом, напоминаю, что общение со мной можно продолжить на других видеоплощадках. Это Рутуб, это ВК-видео. Там уже долгое время я дублирую все видео, которые публикуются у меня на Ютубе. Поэтому мы можем видеться в видеоформате здесь. Также в Телеграме у меня есть, не побоюсь этого слова, целая экосистема чатов, где мы можем с вами продолжить наше общение. Это чат-болталка для девчонок, которые беременны еще. Это чат... Болталка для мам, вы понимаете по названию, кто там будет. Мой личный телеграм-канал, где я делюсь полезной информацией, отзывами на товары, ну и в целом своей жизнью. Также телеграм-канал «Мамы в форме», где мы с девчонками стараемся привести себя в форму, и у нас там проходят сейчас как раз челленджи. И еще есть два дополнительных чата, это «Авито для своих» и «Полезная». В чате «Авито для своих» вы понимаете, что мы делимся ссылками на те товары, которые продаем, которые нашим малышам уже не нужны по возрасту. Телеграм-канал «Полезная» я дублирую информацию из наших чатов «Болталка» и «Болталка для мам» с полезной информацией в виде ссылочек, в виде курсов, каких-то памяток. В общем, все, что мы находим в свободном доступе, мы этим делимся и как бы собираем это, концентрируем в чате «Полезное». Все ссылочки на мои соцсети я прикреплю под этим видео. Поэтому, чтобы не потеряться, присоединяйтесь в другие соцсети, там мы с вами останемся на связи в любых форматах, в текстовом, видеоформате. И, в общем, продолжим там дружить.